Всем привет, меня зовут Дмитрий, я даю уроки на барабанах по скайпу, контакты в описании, там же вы найдете мои видеокурсы, а сейчас продолжаем играть триольные рисунки. 296 пример. Там еще head снизу нарисован, но это вариация, если мы играем в right. Смещенный получается у нас bell. Написано в нотах bell, но мы в head будем бить. Значит. То есть на одну шестнадцатую hi-hat у нас сдвинут дальше. И получается, как будто мы с опозданием. Еще раз. Дальше идет уже гибридный ритм. Джазовый даже ритм, я бы сказал.